Чем выше явка, тем сложнее фальсифицировать результаты выборов. Так считает председатель областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Алексеевич Сахаров. Он призвал жителей области прийти на избирательные участки в единый день голосования и выполнить свой гражданский долг. Я считаю, что выборы должны проходить в доброжелательной обстановке, абсолютно прозрачными, никаких там фальсификаций и прочее, нам это не нужно. Ветеранское сообщество, как правило, участвует 100%. Почему? Потому что ветераны, народ уже прошел жизненный опыт, имеет, прошел какой-то путь развития государства, и они прекрасно понимают, что только от нас самих зависит та ситуация, которую исполняют и исполнительная власть, и законодательная власть. На выборы должно прийти не только старшее поколение. Почетный гражданин Самарской области Виталий Александрович Гройсман выразил надежду, что активную позицию проявит и молодежь. И отметил, что чем выше явка, тем больше депутатов от нашего региона смогут лоббировать интересы жителей в Госдуме. Голосовать вы можете за кого хотите. Это ваше право, кто вам нравится. Но прийти на выборы надо только потому, что надо обеспечить явку. Потому что если будет маленький процент, соответственно, будет маленький бюджет, соответственно, ничего сделать невозможно. Выборы депутатов в Самарскую губернскую думу и Государственную думу пройдут 18 сентября.